За медали приехали сражаться более 700 участников, представляющие разные регионы России. География широка. Сочи, Казань, Липецк, Таганрог, Москва, Воронеж, Дагестан, Курск, Республика Коми, Саратов, Киргизия и Абхазия. Сочинец Григорий Авидян завоевал серебро турнира в тяжелой весовой категории, а его товарищ по команде Эдуард Аганесян в весовой категории до 38 килограмм. Лазаревские самбисты заработали путевку на первенство России, главный старт страны в национальном виде борьбы. Бронза турнира досталась также лазаревцу Ливану Манукяну. Второй день турнира принес еще награды в копилку сочинцев. Серебро у Карена Антоняна, а бронзу с боем взял Артур Минасян. Тренирует всех призеров мастер спорта международного класса, педагог 4-й спортшколы Олимпийского резерва Руслан Антонян.